Привет, друзья! С вами снова Инфобиз Контроль. И сегодня у нас на обзоре курс, который называется «Авито. Эффективные продажи». Ну, на самом деле это даже не просто курс, это тренинг от автора Виктора Близниченко. То есть это не какой-то там глопартовский говнопродукт за пару сотен рублей. Это нормальный тренинг, который стоит изучить, если вам интересно вообще тема бизнеса в интернете, на продаже каких-либо товаров там из Китая, не из Китая. Вы, наверное, уже часто встречали какие-то курсы или ролики, где рассказывается, что на Авито можно зарабатывать. И этот курс о том, как зарабатывать на Авито, как там эффективно продавать, как автоматизировать там многие вещи, проходить препятствия, которые есть на Авито, если вы работаете там. В общем, все вот так. Давайте продажник вкратце глянем. Дело в том, что, ну, понятно, что это продажник не такой, как обычно там на глопартовских продуктах, но, ну, здесь нет вот этой кучи размытой всякой фигни. Здесь конкретно говорится, на чем вы будете зарабатывать, что вы хотите изучить. Ну и в общем, все говорится сразу, что это тренинг именно о Авито. Вот что мы даем на наших бесплатных вебинарах. То есть это на бесплатных. Сейчас почитаем, как найти рентабельную нишу, зарегистрировать кабинет ПРО, как определить степень конкурентности, как размещать объявления, как продавать в платных категориях, как пользоваться автопостингом. Вот. Ну, тут, понятно, можно зайти, принять участие в бесплатном вебинаре. Так, что говорят о тренинге. Основные пакеты услуг, продажи на Авито. Так, сделаю все сам. Запись вебинара, список ниш, список проверенных поставщиков. То есть тут 990 рублей. Тут, так сказать, тарифка, где уже немножко больше информации. Ну и в общем, вот еще какой-то тариф, но тут стоимости нет. Ну, в общем, вот это и весь продажник. Давайте откроем сам курс, посмотрим, что там. Итак, вот курс состоит, вот 4 папки и тут еще кое-какие документы. Собственно, запись вебинаров, выбор ниши. То есть здесь вообще есть все, что нужно. Книги. Книги — это, так сказать, бонусом дополнительные, если вам интересно. Сервисы Авито, с которыми нам нужно будет работать. 150 смарт-площадок для продаж. Перечень запрещенных товаров на Авито. Ну, тут карта, это такой типа чек-лист. Так, текст ниш. Ниши Авито, промо и контекст. В самом курсе рассказывается, как найти свою целевую аудиторию, там, как на 100% автоматизировать эти продажи на Авито. Ну, даются все нужные ссылки, все дополнительные материалы. Еще вот, ну, как я и показал, в качестве бонусов даются несколько книг от известных там бизнес-тренеров и успешных предпринимателей. Ну, в общем, если вы любите читать какую-то мотивационную литературу и умные книжки, то вам вот эта вот папочка очень понравится. Вебинары. Здесь 3 часа, получается, записи вебинаров по этой тематике. Тоже, я думаю, кому интересна эта тема, будет очень интересно их послушать. На самом деле, 3 часа видео – это не такой большой объем для такой темы. В вебинарах разбираются такие вещи, как выбрать прибыльную нишу в вашем регионе и быстрее ее протестировать, как зарегистрировать кабинет ПРО, зачем он нужен, как работать с Авито отчетами, как анализировать конкурентов вашей ниши и что с ними делать, как правильно размещать объявления, заголовки, тексты, время публикации. Ну, в общем, вот такие вот разные, вроде бы мелкие, но очень важные вещи. Как продавать в платных категориях и в чем их преимущество. Как настроить автопостинг объявлений, ну и многое другое. В общем, друзья, вот так вам все вкратце рассказал. Кому интересна эта тематика, переходите по ссылке в описании и скачивайте этот тренинг. Думаю, многим будет интересно. Ну и также не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылку я на него тоже оставлю в описании. В общем, друзья, на этом все. Зарабатывайте много и честно. Пока-пока.